ScreenX – это формат, в котором используются два дополнительных экрана. Они активируются в самые яркие напряженные моменты фильма. В итоге зритель видит панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов. Это позволяет полностью погрузиться в происходящее. Кинозал с такой технологией открылся и в Самаре. В некоторых моментах прям голова покружилась, как будто я реально внутри вот самого процесса съемок. Мне очень понравилось, и я всем бы рекомендовала пойти. Один из первых фильмов, который видели самарцы в этом формате – «Плохие парни. Навсегда». Зрителям пришлась по душе новая технология. Гонки, либо когда камера кружит, на самом деле очень интересное ощущение создается, как будто бы ты находишься там. Испытать новую технологию на большой премьере можно с 23 января с началом широкого проката боевика «Плохие парни навсегда». А с 6 февраля в формате ScreenX мягкий кинотеатр начнет показывать и фильм «Хищные птицы». История о подружке Джокера Харли Квинн. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События.